Вы смотрите обзор товара «Электрический пылесос. Воздуходувка F2500i». Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Универсальная воздуходувка электрическая МТД F2500i является практичным агрегатом, позволяющим решить проблему уборки территории и избавить владельцев от рутинной работы. Производителям предусмотрена функция измельчения собранного мусора для обеспечения уменьшения его объема и лучшей наполняемости мусоросборника. Садовый пылесос МТД F2500i оснащен мощным электродвигателем, работает бесшумно, быстро выполняя поставленные задачи. Агрегат, имеющий улучшенные технические параметры и эргономичный дизайн, отличается от других похожих моделей своей мощностью, высокой производительностью, большой скоростью создаваемого воздушного потока, качеством производимой уборки. Управление воздуходувкой не потребует от оператора больших физических усилий, не вызовет усталости. Вес 5,1 кг. Страна происхождения бренда США. Мощность 2500 вторник. Тип двигателя электрический. МАКС. Расход воздушного потока 780. Тип робот-пылесос, воздуходувка. Тип пылесоса, воздуходувки электрический. Тип перемещения ярочный. Мусорный мешок 45 литров. Режим всасывания, выдуваясь. Функция измельчения яда. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.